Теперь нам нужно подкорректировать некоторые недостатки этой темы оформления. Для начала давайте перейдем на сам сайт демонстрационный, да? И вот тут, по-моему, вот здесь, да, нужно получить код вот этой надписи. Посмотреть код элемента, на ней кликаем. Но вы можете это не делать, оно у всех будет одинаково. Вот, таглист. Запомните, таглист. Теперь возвращаемся в консоль. Вот консоль. Внешний вид. Кастомизация. CSS свойства. Игнорируем предупреждение. Вводим следующую запись. На английской раскладке. Точка. Вводим. Так, лист. И здесь фигурные скобки. Дисплей. Нон. Но давайте снова попробуем открыть. Да, отлично все. Попубликовываем. Закрываем эту панель. На нашем шаблоне очень много слов, которые не перевелись на русский язык. Для этого нужно воспользоваться заменой названий. У вас под видео в описании будет ссылка на инструкцию, которая будет называться «Замена названий». Вам нужно открыть эту инструкцию и скопировать весь имеющийся там код. Я скопирую вот со своего шаблона. Копируем весь код. Так, дальше. Вот внешний вид. Редактор тем. Theme Editor. Здесь выбираем функшн в PHP. Спускаемся вот в ползунке в самый низ. После вот этой закрывающейся фигурной скобки спускаемся вниз и вставляем скопированный код, после чего сохраняем изменения. Все. Теперь давайте перейдем. Нам нужно страницы, все страницы, контакты. Переходим в режим редактирования. У нас есть вот такая запись. Давайте допишем. Если переходим на сайт. Так, франшизы. Сейчас смотрим. Мне нужно посмотреть. Да, все поменялось. Отлично, все перевелось. Ну что, вот мы с вами и настроили. Очень крутой, превосходный онлайн-кинотеатр, полнофункциональный. Если вам необходимо поставить форму подписки, сделать так, чтобы и узнать, как контент можно, допустим, конкретного определенного фильма закрывать от обычных пользователей, да, и предоставлять доступ только после оплаты подписки. И также, если вы хотите узнать, какие варианты есть для поиска базы, для поиска различных баз с фильмами, то напишите мне, все ссылки есть в описании, либо ВКонтакте, либо по имейлу. Пришлите ссылку на свой сайт, который должен быть уже доведен вот до такого состояния, то есть полностью настроенный, как у меня сейчас. И я тогда с вами бесплатно поработаю и вам бесплатно помогу. А на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Ставим лайк, подписываемся, если не подписаны на канал. Я также буду продолжать линейку, и в том числе и сайтов для онлайн-кинотеатров, и для интернет-магазинов. Так что будет очень интересно. Ну а вы, в свою очередь, оставайтесь на канале и смотрите мои видео. Всем удачи, всем пока!